Ребят, я захват вот такой показываю. У вас такие захваты какие-то, такие. Все. Вот самый естественный захват, почему я все разговариваю. Вот в дзюдосе объясняю. Самый мощный, самый удобный захват – это отворот. Вот этот захват, он затмение. Смотрите. Я куда угодно могу пойти, а он меня не чувствует. Правильно? Нет, он нет контроля с такого захвата. А вот с такого захвата. Нравится? Не нравится. Видите, все, он никакой стал. Я одним захватом его уничтожил полностью. Что в этой ситуации он будет делать? Разгибаться? Сразу выпрямить. Да, ну, хорошо. Я это использую сразу. На разгибе его брошу. Подхват могу сделать, все что угодно, передние подножки. То есть согнул. Поэтому я вам показываю вот такой захват. А не знаю. Второй момент, у вас ошибка какая. Вы вот так вот поворачиваете. Посмотрите, крутись, а он стоит на месте. Тяги нет. Вы чтобы вы видели, я вот куда должен плечо поставить. Мне вот сюда на плечо положил. А вот где моя дорога. Ошибка, часто. Вот тогда вот видите, я ему рулю. А здесь ничего нету. Здесь пустота. Вот вы и крутитесь. Вы поворачиваетесь, а соперник стоит. Поехали.